Мы выпустили ролик, где разыграли 1 миллион гривен как главный приз. Поэтому, если ты не видел предыдущее видео, то обязательно посмотри, поскольку сейчас будет жуткий спойлер, благодаря которому ты узнаешь, кто победил в предыдущем выпуске. 3, 2, 1, погнали! Первое место получает Дима Евтушенко. Пау! У тебя есть ровно 2 помощника и 30 минут, чтобы потратить 1 миллион гривен. Ты готов? Да. Ты готов? 3, 2, 1. Погнали! Нам вниз, сюда. Вот тот момент, когда время твое идет, а тебе надо быстрее. Я хочу в магазин техники, вон там есть Эльдорадо. О, спасибо. Время пошло. Я буду следить за всеми транзакциями Димона. Надеюсь, у него это получится. Поддержи его в комментариях. Здрасте. А что у вас тут самое дорогое? Айфон. О. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. И iPad тоже. Типа, пошли дальше. Мы когда снимали съемки под водой, экшн-камера 2 сломалась просто, ребят. Поэтому нам точно нужны новые экшенки. Давай еще 2 GoPro. Офигеть, это новые GoPro, давай. Тихо. Несите все это на кассу, быстрее, на кассу. Ребята, напишите, чтобы вы купили, если бы у вас был такой шанс. Это просто жесть, когда времени очень мало. В смысле? Вы серьезно? Нет PlayStation'ов? Вы что, гоните? Пофиг, у нас на офисе есть PlayStation, я возьму все, что можно к нему. VR, джойстики, наушники. Никитос, держи. Неси это на кассу. Забираем. Короче, пофиг. Самое сложное — это доносить это все в руках. Артур, тупо забираем все игры. Еще. Так, держи. Что еще взять? Колонки, квадрокоптеры. Отлично, берем. Квадрокоптер. Ого, смотри, какая крутая коробка. Сколько он стоит, ребята? 50 тысяч гривен. Отлично, вообще просто супер. Так, это я несу на кассу. Пошли. Вот сюда. Так, все, Коди, все здесь. Ой-ой-ой, уже 5 минут прошло. 5 минут, Дима, 5 минут. Точняк, телек. Какой? 17 тысяч, 20 тысяч. Какой самый дорогой? 120 тысяч еще почти. Ребята, это примерно 5 тысяч долларов. Это они? Да. Отлично. Подожди. Давай. Стой. Да. Фу, тяжелый. Так, тихо. Аккуратно ставим. Давай это тоже заберем. Один поставлю себе домой, а второй к нам в офис. Ребята, это очень жестко. Тихо. Аккуратно. Я не знаю, еще время есть. Прошло 6 минут. Что еще взять? Наушники? Стой, новый AirPods. Ну, в каком смысле? Новый AirPods. Так, а как их снять? Надо позвать кого-то. Бери вот это. Так, ребят, держи. Держи вот это. Marshall. Ох, ребятки, вот это офигенные наушники. Я понесу. Все, идем на кассу. Так. Экшн GoPro мы взяли, камеру взяли. 6. Я хрен его знает. Димон, думать — это не самое лучшее время. Беги куда. Подожди. Надо взять еще мышку для доты. Напиши в комментах, играешь в доту или нет. О, SteelSeries, ребята, топ. Тихо, подожди. И давай возьмем наушники тоже для игры. О, может нам стримы запустить? Напишите на влог-канале, а? Давай еще. Да. Прямо самая крутая. Rival 10. Да, ты что хочешь? Держи. Я понес. Погнали, все, на кассу, побежали. Короче, это все, оплачиваем, пробиваем. Да, все точно. Все точно? Точно, давай, пробиваем. 9 минут только, ребят. 9 минут только прошло, давай. На 4-м или на 5-м этаже есть магазин кроссовок, мы побежим туда. Ты представляешь, сколько времени потратишь просто на кассе? Мне по-любому надо это платить. Самое тупое, ребят, что мы за 10 минут практически все это снесли, и сейчас будем еще ждать, непонятно сколько, пока все это пробьют. Карточку. Это все нельзя ускорить. Вот это так, где? Долго, ребят, это очень долго. Прошло еще 3 минуты, ребят. Это очень жестко, ребят. И телевизор, телек еще пробит.
Хорошо. Раз. Ищи. Вот, стой. С этой стороны, наверное. Блин. Разворачивай. Артур, приподнимай, поднимай. Иди сюда, на меня ходи, проходи. 75 ему. 75. Фух, есть, давай, сколько получилось? Общая сумма 614 499. Отлично, в расплату, да, карточка, оплата, карта. Есть. А, Артур, короче, ты остаешься здесь все упаковывать, неси там машину. Никитус, побежали со мной, не теряем. Побежали. Охренеть, минус 614 тысяч, это что за скорость? Мы можем на эскалаторе, на лифт. Да, тихо, сюда. Тихо. Быстро, смотри, мы попали прямо на четвертом оно. По-моему, на четвертом. Ребят, в какой бы вы магазин забежали, напишите об этом в комментариях. Прикиньте, просто 1 миллион вообще, потратить, это очень сложно. 600 тысяч уже потрачено, ребятки, это 60%. Влепи лайк под этим видео, прямо сейчас. Так, вроде здесь. На третьем? Может, на третьем? Подожди, я... Да, здесь, на третьем. Диме надо реально постараться с такой скоростью. Держим за него кулачки. Кроссовки, Nike, подожди. Хонды, а Nike, и Nike есть? Что? Отлично. Сюда. А Kiva самые дорогие? Тройки, Red, 8300. Времени нет мерить. Давайте тогда 42, 43, 44 размер, 3 размера сразу несите. Давай посмотрим, что еще есть. Куртки, я не знаю, почем они. Тут скидки, ребят, тут реально скидки. 5000. Это офигенная джордановская куртка. 7500, ребята, это 300 баксов. Отлично. Давайте еще вот эти, наверное, тоже три размера. И, блядь, вот это похожие, короче, вот эти тоже. Женские. Это женские? Да. Пофиг, берем, вот девушке подарю. Давайте, у нее маленькие, 35-й, 36-й. Еще куртку, давай сразу на эту куртку поверим. Короче, я чтобы не побежал и запарился нахуй. Давай. Ребята, наверное, все. Залазь сверху, залазь. Давай так, залазь. Залазь мне. Залазь так. Отлично, вообще супер. А? Берем все сразу. Вот эта курточка. Да давай сними. Тихо, все, я понял. Сейчас я сниму. О. Есть, короче, давай, не думай. Времени нету, ты окей. Так, это сколько у нас получается? Давай еще одну пару куда. Давайте эти два размера, 43-й, 44-й. И давайте вот эти еще тоже белые, очень крутые смотрятся. У меня 43-й, но я не знаю, у Nike очень размеры странные, они путаются. Я все время, когда меряю Nike, я не могу подобрать свой размер. Каждая модель отличается, поэтому если я буду сейчас мерять, я потрачу очень много времени. Черные или белые? Да бери все. Вот я думаю, тебе столько хватит. Куртка, ребят. Куртка, давай, снимай. Блин, тихо. Офигенно, еще кожаная какая-то, вставки так. Такие крутые. Все, сколько времени осталось? Пробиваем. Где мой телефон? Ребята, я оставил телефон. Сейчас. 21 минута. Ребята, осталось 9 минут, ребят. 9 минут, бро. Надо в ювелирку зайти. Бля, что, за 5 минут мы успеем... Да ты что, ты зайдешь, говоришь, самое дорогое кольцо, берешь любое, и все. Тебе там думать не надо. Ладно, хрен с ним. Девушка будет в шоке. Не знаю, что это, но оно тебе по-любому нужно. Набор, какой-то красивый набор, ребят. Просто берем, я хрен его знает, что это, но берем. Так, а что ты, если ты лям не потратишь... Я не знаю, сейчас посмотрим, Никита, что-то придумаем. Носки не будем брать, а сейчас будет 3 года пробивать. Давай положим назад. 88 836. Ты хорошо, карточка. Давай. Окей. Есть. Охренеть. 88 836 гривен в магазине одежды. Это что там можно накупить на такую сумму? Все, короче, Никитос, времени нет, я побежал в ювелирку, все пахуй и выноси машину. Куда пахуй? Пакеты, пожалуйста, пакеты, да, сделаем. Все, побежал. Шли. Можно, извините, пожалуйста. Ювелирка, где ювелирка? Давайте на лифте пойдем, на первом этаже, по-моему, ювелирка. Блин, он наверх. Короче, пофиг, побежали на эскалаторе. Бежим быстрее, ребята. Осталось буквально 6 минут, а мне надо успеть потратить еще 300 тысяч. Это 12 тысяч долларов. Ювелирка, Пандора, это слабенькая. Ой-ой-ой, Димончик, тебе надо поспешить, ой-ой-ой.
Вот он. Так, нужны кольца. Здравствуйте. Так, нам нужна, наверное, давайте колечко. Так, сейчас. Красиво, я тебе сбраюсь просто. Сейчас. Вот давайте вот это, наверное, какое-то вот прям блестит так красиво. И отдельно в такой коробочке. Это супер. Красивое колечко. Ого. Они так блестят, очень красиво. Давайте берем, хорошо. Цена этого колечка 982 тысячи. Сколько? 982 тысячи. Нет, давайте другое. Хорошо, а есть что-то в районе 200 с чем-то, может быть? Я могу предложить вам очень красивое колечко бриллиантом в 1 карат. Это тоже, ребят, красивое все. Вот это, я думаю, подойдет. Блестит. Это настоящий бриллиант, да? Конечно. Все, супер. Давайте. 265 тысяч 590. 265 тысяч, это... Я думаю, мы влазим. Все, давайте, пробиваем. Карточкой. Ребята, осталось буквально... 3 минуты. Все, ребят, можно? Спасибо. Есть. А кулечек можно быстро еще? 265 тысяч гривен в ювелирке. Спасибо большое. Все, ребят, побежали дальше. Тоже украшение. На, ребята, это жесть. Тоже ювелирка. Я не знаю, успеет он или нет. А может взять часы, типа? Времени мало, 1 минута. Черт, возьми. Просто осталось 1 минута. Не то. Брокард, это духи. Духи, ребят, пойдем. Какие духи взять? Как это стоит? Сколько это стоит? 2000, не то. Надо $1000. Ребят, нет. Охренеть. Это нереально.